Сергею Хахину предъявлено окончательное обвинение. Бывший директор Департамента финансов мэрии Ярославля обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В разработку сотрудников УФСБ Хахин попал в конце прошлого года. По версии следствия, экс-чиновник через посредника должен был получить более 1 000 000 рублей от одного из ярославских предпринимателей. По некоторой информации, речь идет об Эдуарде Авдаляне. Как стало известно нашей телекомпании, бизнесмену пообещали ускорить получение денег за выполнение контракта по ремонту дорог. Однако этот закон нарушать не стал и обратился к правоохранителям. Сергей Хахин признал свою вину, сейчас он находится на подписке о невыезде. В ближайшее время уголовное дело экс-чиновника мэрии будет рассматривать суд. Так как он явился с явкой с повинной, мы на сегодняшний момент признали себя виновными полностью. Ознакомление с материалами уголовного дела пока не начато, но я думаю, что мы будем ставить вопрос о рассмотрении дела в порядке особого производства.